что, стартуем с чего-то достаточно несложного. Так. Первый вопрос из собеседования в компанию McKinsey. Внимание, вопрос. Сколько красных машин в Москве? Поехали. McKinsey. Даже не знаю, кто такие McKinsey, но сколько красных машин мы сейчас оценим. Номера 77 РУС. А также еще десяток примерно, если считать подмосковные. Там, что есть еще? 97, там 177, да, 197. По-моему, 95 тоже московский, 195, 777, 50, это Подмосковье пошло, 90, там 190, 150, хорошо. Будем считать, что в Москве примерно 10 вот таких отдельно взятых номеров. Теперь, значит, как устроено, сам номер устроен. Допустим, я зафиксировал некоторое окончание. 77 РУС или любое другое, потом умножим на 10, то, что у нас получится. Тогда до этого идет... Буква, 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 цифра, цифра, цифра. Вот. Буквы — это выбор из 12. Потому что буква должна быть читаемой и в русском алфавите, и в латинском. И таких 12 штук, там, Y, X там в конце будут. Вот, то есть 12. Это мы просто много раз разбирали. Значит, соответственно, 12 в кубе — на 1000 это под рубрикой вот одного конкретного номера. А на 10 тысяч это всего в Москве. 12 в кубе порядка 2 лимонов. Ну, 1728, но это не важно, 2 лимона. То есть 20, соответственно, получает... Ну, в смысле, 2 тысяч. А это на 10 тысяч еще, значит, 20 миллионов машин это всего. Ну и красная каждая 20-я. Ну или каждая сотая. А вот здесь стоит повнимательнее быть. Почему каждая двадцатая красная? Ну, взял и понаблюдал, там вот 10 минут постоял, посмотрел, сколько машин красных. И хорошо, каждая такой какая. Вариант возможен. Да. Так можно решать, но давайте чуть углубим. Ну, то есть подумаем, какие бывают красные машины, попробуем это структурировать на разные типы красных машин. Почему машина может быть красной? Ну, не знаю, захотел покрасить красный цвет водителя, все. Принято. Еще почему? Ну, на заводе делают целую линейку цветов, и в том числе красную. Хорошо, а еще почему? Ну, чтобы, ну, спартаковский болельщик сделал машину себе красно-белую. Да. Еще почему? Ну, кажется, я все причины возможные перечислил. Пожарные машины. А, ну, пожарных, ну, о, малое здесь. О, малое. Но обычно при решении таких задач стоит это все проговорить, а потом сказать, ну, это о, малое. Ну, да. Ну, это да, я не догадался, но это, конечно, не 100 тысяч, не миллион. То есть, да, безусловно. Моя оценка между 100 тысяч и миллионом в гаражах, вот. Между 100 тысяч и миллионом? Да. Ну, то есть, грубо говоря, среднее, там, я не знаю, 500 тысяч. Ну, например, да. Супер, принято.